Как все начиналось, так уж исторически сложилось, что в России праздник мужчин отмечается 23 февраля. Изначально он носил исключительно военный подтекст и именовался Днем Советской Армии. После этого он получал разные названия – День рождения Красной Армии, День рождения Вооруженных сил и Военно-морского флота и, наконец, День защитника Отечества. Несмотря на то, что Советский Союз давно не существует, праздник закрепился в нашем сознании как День истинных мужчин. Мужчины были защитниками своей родины, чести и хрупкого женского счастья. Благодаря таким качествам наших воинов, как смелость, мужественность, героизм и отвага, мы встречаем каждый день с улыбкой. Вы – наша сила, надежда, гордость и опора. Пока вы с нами, каждый день для нас словно праздник. С праздником вас, дорогие мужчины!